лауреат конкурса «Народный бренд». Один из лидеров голосования наших симферопольцев. Вручение диплома, отметки, знак качества и фото на память. Для крымских предпринимателей этот день особый. Стали известны результаты конкурса «Народный бренд». Он стартовал в январе 2019-го. Проголосовать можно было на сайте «Город24» или через мобильное приложение. Для этого нужно было перейти в раздел «Народный бренд», заполнить анкету и выбрать фирму или предприятие, услугами которой пользуетесь чаще всего. Интересно, что изначально все графы были пустыми, и крымчане сами указывали своих фаворитов. В Крыму конкурс проводится в 9-й раз. Симферополь участие принимает впервые. Анна Донцова к голосованию подключилась за день до его окончания, когда узнала, что любимый спортивный клуб борется за звание лучшего, в стороне не осталось. Я зашла на страницу «Город 24» и проголосовала за свой спортивный клуб. Он там был среди 15, по-моему, номинатов среди спортивных клубов. Конечно же, я сразу же позвонила знакомым, с которым я хожу в группу, к фитнес-тренеру к своему, и предложила тоже им оценить качество услуг там, где мы занимаемся. 56 номинаций и больше 1500 участников. Это только Симферополь. В этом году конкурс охватил 3 города. Среди них Керчь и Феодосия. Я считаю, что это очень полезный проект для крымчан, в первую очередь для потребителей, потому что, зайдя на сайт, можно увидеть, кто сегодня, по народному мнению, самый лучший. Да, из СТО, там, из автосервиса, бензин, парикмахерская, ну, то есть любая сфера, там, юристы, по мнению людей, кто сегодня самые качественные услуги предлагает и с хорошим соотношением цена-качество. Народный бренд – это маркетинговый конкурс. Не только выбрать лучших, еще и поднять имидж предпринимательства в республике. Вот основные цели проекта. Очень важно создавать вот ту самую культурную среду, чтобы предприниматели встречались вместе, обменивались опытом и старались, ну, делать свой бизнес лучше. Одна из важнейших задач конкурса – это помогать осознавать предпринимателю, что он занимается хорошим, правильным делом. Конкурс завершен. В результате 55 первых, вторых и третьих мест, 19 номинантов, близких к победе. Это выбор, сделанный народом. Список лучших в своем деле можно увидеть на сайте «Город 24». Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня.